начнем. Москву реку переезжаем. Тут канал, точнее. Добавляются эти электрички из славного города Торжка с пластмассовыми сиденьями. Но их заменяют на ласточки постепенно. Так, где у нас будет это? Платформа. Двухэтажный поезд. Ну что мне нравится на ленинградском направлении, это то, что здесь хорошие очень скорости. Поезда ездят быстро. Для преодоления одного и того же расстояния требуется меньше времени. Ласточка на станции Москва отправится на третьей платформы. Третий путь в 9:30. Поезд проследует без остановок. Тут получается, третья платформа, она посередине, что ли? Здесь уже заградительные приспособления сделаны. Потому что здесь уже ходят сапсаны на большой скорости очень. Чтобы пассажира не затянуло к поезду, сделаны такие ну, посмотрим, как ласточка отправится в сторону Москвы. В черте МКАДа она не имеет остановок. Остановилась бы, может, на Петровско-Разумовской где-нибудь, но там нету платформы, как ее найти. ВЛ, это же грузовой вроде, да? Один локомотив.
Так, а на той стороне располагается обычная платформа на Москву. Там много людей сейчас. Еще утро все-таки. Вот когда пишут комфортные, это значит ласточка. Они также ходят и как обычные электрички на ленинградском направлении. Не только как экспрессы. Постепенно на них заменяются вот эти торжковские ЭТ электропоезда, которые не очень удобные, в первую очередь из-за сидений своих. До Твери на нем ехать то еще удовольствие. Так, ну вот платформа в сторону Ленинградского вокзала. Там на той стороне. Ну ладно, пойдем к выходу. Прогуляемся по городу Химки. Тает в дымке город Химки. Есть даже такая песня. Теплый такой денек. Чувствуется уже скоро весна. Хотя зимы-то толком и не было. Есть вот подземный переход на противоположную сторону. Поездам к Ленинградскому вокзалу и на скоростную платформу. Так, вот будем заканчивать тогда выпуск.